Мы не поняли, что это была именно операция. Когда уже информация пошла по сетям, мы поняли, что это серьезно на самом деле. Но когда мы ехали, мы видели вооруженных полицейских, людей, которые что-то кричали. Город перекрыт был, все улицы были перекрыты. И мы потихоньку старались выбираться из города, и, ну, слава богу, у нас это получилось. Эти снимки Сергей Медведев сделал в Актобе. По его словам, на тот момент была отключена сотовая связь и интернет. Поэтому сообщить близким, что с ними все в порядке, оренбуржцам удалось только на границе с Россией. Напомним, 5 июня группа террористов напала на два магазина, торговавших оружием в Актобе. Затем злоумышленники предприняли попытку захвата воинской части. В Актюбинской области до сих пор действует режим антитеррористической операции.